Всем здравствуйте! Сегодня 20 ноября 2022 года, Одесса. Что у нас там со временем? 11 часов. 11 часов. У нас дождь, пасмурно. Мы идем под зонтиком. Вот показываю. Вот мы под зонтиком. Так. Идем по делам. Идем по делам, да, она нам да. Что у нас с новостями за Одессу? Расскажем вам по-быренькому. Значит, за свет у нас свет был вчера весь день, сегодня тоже есть. Пришла информация, что экстренных отключений не будет. Будут другие. Верные. Верных тоже не будет. Будут стабилизированные, вот. Или стабильный, в общем, связано со стабилизацией. И как бы отключать, если будут отключать, обещали, что не больше, чем на 2 часа и не больше 2 раз в день. Да. В сутки, да, вот точно ты правильно сказал. Что у нас еще? У нас вчера был очень сильный ветер штормовой. И много попадало деревьев и веток. О, посмотри, только буквально недавно опять делают дыру. Что-то тепло пустили. Ты посмотри. Да. Ну хорошо, будем идти дальше. Так, что еще? А, трамвай, электротранспорт у нас ходит, ну, на некоторых маршрутах просто немножко меньше машин самих, вагонов, как правильно, трамваев. Да. Ну, сегодня выходной, воскресенье, поэтому как бы людям на работу в основном своем количестве не надо. Вот, поэтому вот мы ехали на трамвай, а трамвай был фактически пустой. Да, заходили люди, выходили. Толпы нет. Что еще у нас? Ну, тепло есть, газ, вода. Работает, все функционирует. В некоторых местах светофоры не работают. Где-то работают, где-то не работают. Что еще такое? Банки работают. Но люди стали снимать все-таки деньги с карточек. Были очереди. Ну, боятся, что свет. Да, что отключат свет, и невозможно будет расплатиться даже карточкой, потому что в некоторых магазинах у людей были проблемы. Сейчас покажу. У людей были проблемы. Не могли расплатиться карточкой. И искали, да, где снять. Вот. Ну, это человеческий факт. Это такое, да, это не проблема. Вот люди стоят, там снимают, здесь его видно. Да, 2 человека там. Да, ветер сегодня тоже такой. Ты не зонтиком экран закрываешь. Ох, вот сейчас ветер поднялся. Что-то я еще хотела рассказать. Напомню, что хотела сказать. Клуб Планета Игр. Да. Да, в магазинах сейчас большие акции, скидки, кстати. Ну что, распродают продукты. Вот в кафе никого нет. Такую погоду в супермаркетах, да? Акции, продукты, ну как где? Серьезно? Ну что, ты не видел? Я не видел. Ясно. Мы вчера даже в Тавру заходили, там колбаса была по скидке, но яйца стоят. Слушай, они не боятся, что они протухнут, эти яйца? Когда выкидывать начнут, тогда подумаю. Да, так то, не, ну сейчас я не знаю, честно говоря, цена на яйца куриные не падает. Вот посмотри, какой кафешка. Почта напротив.
Да, кстати, мне рассказывали за это. Как? Читай, как называется? Кафе? Почта напротив. А, почта напротив. Ты смотрите. Не собрали. Была почта. Да. Ой, смотри, я вот эту вот симпатягу дядечку не сняла. Классное кафе. Что такая дверь? Приподними зонтик немножко. Куда? Вверх. Ну, я не могу... Вообще уже. Убрать его можно. Вот да. Так вот, вот Игорь. Так. Вот, чтобы я показала. Вот. Хорошо. Что ты так нервничаешь? Я уже... Что так потому что? Стараюсь, чтобы на тебя не... Молодец, попало. Молодец. Ну я ж... Спасибо. Ну, наверное, все, я рассказала всю информацию вам. Да, погода очень. Хотя... У каждой погоды есть свои любители. Да. Людей меньше, конечно, будочки закрыты, но... Многие любят такую погоду. Да. Каждая погода благодать. Да? Да. Вот старые дома наши. Да, там еще инициалы вверху. Да. Ты посмотри вот на это, посмотри вот на эти двери. Посмотри. В хорошем состоянии. Да. Очень хорошем. А, кстати, дождь закончился. Мне так кажется. Или мне кажется. А тут мамочки с детьми гуляют. С собачками гуляют народ. Если. Это школа, да, вот это. Что если? Если ты не чувствуешь на лице, значит нету. Нету, да, ну вот, вот. Капель нету. Капель не было и никогда. Сейчас разверну. Так интересно, смотрите, отсюда видно купол цирка. А цирк там, на другой улице. А это двор цирка. Да, с детьми гуляют в такую погоду. Ну, в принципе, правильно. Надо гулять, закаляться в любую погоду. Да, забыла сказать, кроме света у нас есть и отопление, и газ, и вода. Все есть. Все у нас хорошо. Телеграм. Заходите к нам на наш канал Телеграм, который называется «Одесские прогулки». Ссылку я выставляю названием под видео. Там совсем другие видео, маленькие, коротенькие. Ну, интересные. Да, ну, как мне кажется. Будьте нам здоровы, берегите себя и берегите своих близких. Сейчас перейдем дорогу, и тогда я остановлю. Потому что так я не могу, держусь за Игоря Сергеевича.